Позиция Москвы по долговым обязательствам Киева не изменилась. Невыплата будет означать для Украины дефолт. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной выпад украинского премьера. Арсений Яценюк вновь призвал нашу страну подключиться к программе реструктуризации. В терминах, далеких от экономических и финансовых, грозил юридической войной и упирал на то, что долг просто должны списать. 3 миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными. 29 октября мы предлагаем Российской Федерации еще раз принять для себя решение. Хотят они получать те условия, которые мы предложили всем кредиторам, или они считают, что они уникальные? Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела. Буквально в начале месяца тема обсуждалась на уровне министров финансов России и Украины. И тогда Антон Силуанов опять же напомнил, что невыплата долга равна дефолту. И наше государство в таком случае будет вправе обратиться в суд. А Киев с большой долей вероятности лишится возможности получать займы по линии МВФ. Речь, напомню, идет о сумме в 3 миллиарда долларов, которые Москва предоставила Киеву в 2013-м для экстренных мер по стабилизации экономики.